читатели и гости сайта «Заметки Электрика». Сегодня такое небольшое видео. В общем, передали замечание, что выбивает автомат. Автомат на 6 ампер, ЕГ, ВАЗ-4729, двухполюсный. Что делать в данном случае? Ну, надо проверить, включить автомат и убедиться, что его действительно выбивает. Вот, включаю рукоятку. То есть срабатывает электромагнитная защита. Отключается автомат мгновенно. В принципе, в таком случае обычно проверяется либо исправность самого автомата, работоспособность, либо наличие замыкания в кабеле. Но сейчас слышно, что автомат срабатывает именно от защиты, поэтому вопросов по работоспособности данного автомата нет. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Отключаю один из полюсов. И включаю снова автомат. Автомат включился. То есть вывод какой? Значит, в данном кабеле имеется повреждение. То есть, скорее всего, это короткое замыкание. Не скорее всего, а короткое замыкание в кабеле есть. Отключить еще от данного кабеля нагрузку. В качестве нагрузки здесь установлены вольтметры. По аналогии у вас это могут быть обычные приборы, включенные в розетку. Поэтому сейчас отключаем нагрузку и проверяем чистый кабель. То есть можно отключить две жилы с двух концов, измерить сопротивление изоляции между жил и определить повреждение. Ну, если у вас аналогичный случай и после отключения жилы провода от полюса автомата, у вас, кстати, может быть однополюсный автомат, отключайте просто одну жилу и попробуйте его включить. Если автомат включается, то автомат исправен. И причина именно в кабеле, то есть где-то повреждение в кабеле. Затем нужно приступать к поиску повреждения. Если есть навыки, то можно самому заняться этим вопросом. Если навыков нет, то пригласите электрика или электролабораторию. У них есть специальные приборы, с помощью которых можно определить, в каком месте находится повреждение в кабеле. Ну и там уже процедура поиска, алгоритм поиска, он несколько разнообразен. Ну вот на этом все, такое небольшое видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч. А я пойду пока искать повреждения в данном кабеле. Возможно, еще включусь. Ну, в общем, сейчас все работает, автомат включен. Вся нагрузка подключена. В общем, причиной что было? Вот этот кабель, который уходит, он сначала идет на одну сборку, там подключены вольтметры. Далее с той сборки идет на вторую сборку, где тоже подключены вольтметры. Вот кабель, который шел от первой сборки на вторую сборку, его перебили строители. Там выполняются монтажные работы, строители перебили кабель, и в нем как бы жилы сомкнулись, то есть было короткое замыкание. Естественно, что автомат реагировал и срабатывал. Когда я отбросил ту часть кабеля, поврежденную от первой сборки, автомат у меня, данный автомат, стал включаться. Вот. Далее прозвонил кабель, который идет от первой до второй сборки, он действительно показывал между жил изоляцию 0, чистый 0. Тот кабель от первой до второй сборки заменил, автомат включил, все работает. Вот так вот, такая небольшая неисправность.